Я хочу поставить это видео, и я не могу, не мог мимо него пройти. Я попрошу нашу студию поставити цей шматок «Хасавюртський марш і молебний», я назвав його. Я ніц не розумію, що робиться в Хасавюрті зараз, попрошу тебе прокоментувати, але ми без відео не зрозуміємо, що там робиться. Попрошу цей фрагмент, почнемо з нього, а потім четвертим вікном. Передає про це канал «Ранок Дагестан». Дагестан – це не Хасавюрт, Хасавюрт – це Інгушетія, але в цей «Ранок Дагестан» провокативний, доволі надто драматизуючий, як ми розуміли з наших минулих спроб аналізу з Мусоєлом Маєвим, канал, але все-таки щось там відбувається. Тому наш колега, друг, побратим фактично і представник уряду Ічкерії, Чеченської республіки Ічкерія в екзилі, Муса Алмаєв, він, власне, моніторить цю ситуацію суперінтенсивно. Муса, що там твориться? Відео пусть продовжується, а к тебе вопрос. А насколько мне известно, это марш против местной какой-то администрации, которая, наверное, уже достала местное население, и они таким образом пытаются как-то изменить свою ситуацию. Ну, похоже на довольно массовый протест. То есть, выглядит довольно уверенно это все. И что ты думаешь о, скажем так, о масштабе? Да, это не маленький пикет, и это там явно не то есть акция достаточно сильная. Как только эта акция дойдет до Москвы, тут же местные силовики в очень жестком формате подавят это шествие однозначно. А до этого момента местная администрация попытается каким-то образом договориться с этими людьми. То есть, как обычно они будут делать, это будут договариваться с людьми, которые ведут все это. Не с самим народом, ничего менять не будут абсолютно, будут обычные попытки там подкупить человека или группу людей, чтобы все это прекратилось. Однозначно, вот такие регионы, они очень сильно боятся, что то или иное волнение народа, оно выйдет за пределы республики и дойдет до Кремля. Сколько стоит купить Потому лидера протеста в современном, да, вот, например, Ингушетии? То есть, и как это происходит? Там максимальная взятка, которую в жизни предлагали мне, и это забавно, знаешь, вот для резонансной, для того, чтобы замолчать какую-то резонансную историю, и вот там не просто какую-то там мелочь, мелюзгу, а какую-то серьезную, крупную историю, но я не лидер протеста, да, я не политик и так далее, но вот на уровне журналиста, но с которым довольно сложно общаться, но вот ему надо заткнуть рот, но не убить его и не запугивать, а так попробовать пофлиртовать и предложить его подкупить. Мне никогда не работало, я вредный, но вот у нас два раза мне звучали подобные предложения, и оба раза это было 10 тысяч баксов, то есть там, пол машины. Да, вот за пол какого-то там Ниссана, седанчика Ниссан новенького, да, из салона, мне предлагали заткнуть рот, не срабатывало. А какая цена игры вот для людей, скажем, другого калибра и уже там политической истории, и конкретно в этом регионе? Я думаю, здесь о финансовом подкупе, наверное, не будет идти речь. Здесь будут совершенно другие реалии, это мы не будем преследовать тебя, твою семью. Как это обещание просто не убить, да, то есть все будет нормально, да, если ты, то есть это не деньги, это опять же запугивание только, но ты сказал слово подкупить, и я поэтому, ну и купился на него, прости за каламбур. Yes. Зависає Муса, але, ну, повернеться зараз. Я б продовжував дивитися відео, насправді, я думаю, що Муса до нас зараз повернеться. Цікаво спостерігати за цим. Будь ласка, студія, не виключайте. Давайте продовжимо дивитися. Вони,
Це такі, ну, ну они моляться, ну, да, типу марш-молебен, да? Ну, это не в Украине Майдан сделать, не будем говорить, не будем обесценивать как бы свои митинги протеста, да, но мне кажется, что вот нужно быть очень смелыми, потому что маленькое сообщество, и всех очень легко идентифицировать и найти, и расправы там достаточно серьезные у российского ФСБ, насколько я понимаю. Там все, все дуже жорстко, українсько, все дуже жорстко там, тому що є... Але, ну, цікаво, що робиться зараз. Ну, там просто реальні такі, ну, от вони роблять там те саме, в принципі, що у нас на окупованих територіях. Це така схема вже відбудована, відтренована, мабуть, за століття практики російських цих спецорганів, коли вони, ну, боротьба з підпіллям, ти ж розумієш, угу. Що вони на цьому побудували вже другу країну, на цьому будують. Сергій Остапкович пише, що це від... документ його кудись зник, він, мабуть, видалив його. Пише, що відео старе. Сумніваюся, що відео старе, канал, ну, живий, канал тепер працює, і я думаю, що це могло бути просто інша акція. Но Муса вернулся. Муса, тут один из зрителей наших утверждает, что старое видео мы показываем. Я в этом сомневаюсь, потому что «Утро Дагестан» активно за этим следит. И я думаю, что ребята с Северного Кавказа заметили бы подмену. Собственно, я бы ее не заметил, потому что я не настолько глубоко в теме. Поэтому мы просим тебя прокомментировать. Но выглядит для меня акция выглядит очень новой. Сама ее манера проведения такого протеста. Что ты думаешь? Или это вот такая традиционная штука, которая периодически используется там ингушскими, дагестанскими лидерами? Честно сказать, такого масштаба я не видел за последние дни, но если «Утро Дагестана» пишет, то там что-то должно быть однозначно. Здесь проблема, знаешь, в чем, Алексей? Здесь проблема в том, что в данном случае Северного Кавказа получить ту или иную достоверную информацию в последние годы стало крайне сложно, потому что, во-первых, российские средства массовой информации на 100% стали такими пропагандистическими, перестали быть свободными, а других журналистов и там, правозащитников в эти регионы на аккредитованной основе их не допускают. Поэтому вот такая манипуляция информации, она происходит в таком нечестном порядке. Поэтому вот такое. Йо, я зрозумів тебе. Еще хотел проверить одну штуку. Даша, чувствую, что что-то хочет спросить, но я одну штуку сейчас спрошу и передам ей микрофон. Тот же канал «Утро Дагестан» представил нам несколько сообщений. На этой неделе это все происходило, так как мы другий фронт, то мы, власне, пробуем эти штуки проверять за підсумками тижня и тримати якось так на пульсе або термометр там під пахою того, що робиться на, в цьому секторі. Бій, не бій, що це було, оці пару світлин, стверджується, що це вже, наскільки я розумію, не в Інгушетії, а в Дагестані, відбулося якесь боєзіткнення, але нагадує історію, яку ми розбирали минулого тижня, без деталей. Тому я нічого констатувати не можу. «Утро Дагестан» це драматично про це пише, але, знову ж таки, без розуміння того. Тому у мене к тебе вопрос, наблюдав ли ти боєстолкновення или что-то подобное, о чем стоило бы сейчас упомянуть и проанализировать, что-то там могло происходить? Я бы не назвал это боестолкновением, потому что с момента, как сопротивление в Чеченской республике Ичкерия прекратилось, на сопредельных республиках то же самое все прекратилось как таковое. Даже перестали быть вот эти локальные стычки. Самые последние наши погибшие ребята, это в 2020 году они погибли. Самые последние на территории Чечни. То есть их можно было назвать боевиками, муджаидами, с участниками сопротивления. Все остальное это... мы должны понимать одну важную вещь. Силовики долгое время кормились
именно продавая терроризм на Северном Кавказе. Это Ингушетия, это Чечня, Дагестан, Карачай и 3-10. Вот все эти республики, они кормились очень долго, продавая терроризм федеральному центру. И с разной периодичностью, как на территории Дагестана, так, как на территории Чечни, так и на территории Ингушетии снова и снова продается именно терроризм. Это люди и так доведены до отчаяния. Взять в руки оружие, и это последняя инстанция как бы на Северном Кавказе, когда ты пытаешься таким образом достучаться до администрации, до глав регионов или что-то в этом роде. Вот. Но это играет на руку, непосредственно на руку местной администрации, местному режиму. Если взять Чечню, то однозначно любая акция, которая носит с собой характер что-то вроде военное, играет на руку сегодня Рамзану Кадырову, потому что Рамзан Кадыров теряет по полной программе все свои баллы, потому что он не может себя проявить в Украине, не может себя проявить ни в коем другом случае. Единственный вариант, где он себя долгое время продавал, это борьба с так называемым терроризмом на территории Чеченской Республики. То же самое, те же самые силовики, они только меняют нацию. То есть что чеченцы, что ингуши, что дагестанцы, нет никакой разницы. Они представители одной системы, то есть русского мира. И то же самое культивируют на своих территориях. В данном случае сложно сказать, что это боевики. Сложно сказать, что это были муджаиды, ребята. Они ребята по тому, что я знаю, это молодые ребята, которые попали в этот капкан, и другого выхода они не нашли. И вот так случилось, что ингушские силовики разыграли из всего этого такую стычку, боевики, уход в горы и 3-10. Да, к великому сожалению, на всем это на руку также и радикально настроенным элементам, которые находятся за пределами Ингушетии, за пределами Северного Кавказа, которые тут же говорят: о, восстание началось в 3-10. Ничего не началось абсолютно. Все начинается и заканчивается на территории Чеченской Республики Ичкерии. Если в горах Чечни, грубо говоря, не горят костры, то ничего на Северном Кавказе не происходит. Это мы